я готовлю на завтрак бутерброды. Я их буду готовить в духовке горяченькими. И что мне для этого нужно будет? Вот батон, сыр, яйцо и зеленый лук. Начинаю быстренько это все собирать. Сыр я потру на терке. Не на супер-супер мелкой, а такая средняя. На улице мороз, а муж мне принес зеленого лука. Сегодня минус 5, наверное, был. А лук вот выдержал. Я вообще очень люблю горяченькие бутербродики. Сегодня кофе будет очень хорошо. Нарезаю батон. Листик я смазала сливочным маслом. Сейчас я накладываю начинку. Бутерброды я намазала, сейчас я их поставлю в разогретую духовку, у меня 200, на 200 градусов духовка разогрета, предварительно ее разогрела, и буду держать их там 5-7 минут, но это нужно смотреть по вашей духовке, поэтому не передержать. Прошло 5 минут. Достала бутерброды, такие горяченькие. Сыр расплавился, чему-то готовится. Хлеб он и так готовый. Очень-очень-очень вкусненькие. И сейчас мы будем ими завтракать. Всем приятного аппетита. Я думаю, мы увидимся. До встречи, всем пока. Я уже откусила кусочек этого вкуснейшего бутерброда. Он такой хрустящий. Снизу он тоже поджарился вот так. Прям мне обалденно как нравится. Очень вкусный. Не пожалеете, если приготовите. Всем пока.